Приветствую всех на канале. Сегодня у нас зарядки. Здесь у нас куча посылок, и все это зарядки. Тут зарядки от самых дешевых, так сказать, нонейм. Без имени, без ничего, но вроде рабочих. Хороших нонейм, имени нет, но вроде зарекомендовал себе хорошо. И брендовские, которые уж гарантированно, что будут надлежащего качества. Вот такие зарядки я все собрал. Давайте по одной будем разбирать, смотреть, анализировать, проверять. Посмотрим, что тут. А тут у нас зарядка. Одна из самых дешевых зарядок. No name, никакого имени нет. Так, здесь у нас ток 2,1 ампера при напряжении 5 вольт на выходе. На входе, естественно, от 100 вольт до 240 вольт. Примечательно, что у зарядки есть два гнезда. Одно гнездо 1 ампер, другое гнездо 2,1 ампер. Я так понимаю, первое гнездо для зарядки смартфонов, второе гнездо для зарядки планшетов. Это хорошо. Здесь непонятно, зачем пленка. Она вроде как должна вроде защищать, но такая хилая. Вот, есть такая полоска тут. Эта полоска обычно светится. Так, нам надо включить и посмотреть эту зарядку. Включаем зарядку. Так, щелчок какой-то есть. Значит, зарядка засветилась тут. Светодиоды, значит, есть. Ну, это красиво. Хорошо, когда ночью найти надо зарядку. Увидеть, где у нас зарядное устройство. Это помогает. Так, мне нужно послушать звук. Послушал на слух. Звук есть, но очень слабый. Вот убивец. Убивец уже убил несколько таких китайских же девайсов. Сами же китайцы создали себе проблему на голову. Так, будем пытаться убить нашу зарядку. Так, втыкаем в 1 ампер и посмотрим. Так, я сначала в вольт ампер метр втыкаю, что у нас показывает. Так, 5,16 вольт показывает, 5,15 вольт. Ток должен нулевой показать, видно вам, да? Сейчас я на 1 ампер поставил, попытаюсь воткнуть это дело сюда. Насколько он выдержит. Так, воткнул. Вроде жив еще. Да, напряжение просело сильно. Меньше 5 вольт. 0,99 ампер. Ампер ток держит, молодец. Но name молодец. Ну что ж, решим 2 ампера что ли подключить. Давайте попробуем 2 ампера. Страшновато. А, подождите. Это же гнездо для 1 ампер. Мы чуть его не убили. Поэтому мы вытаскиваем. Переходим на гнездо 2,1 ампер. Так, что оно тут показывает? Здесь просадки напряжения почти нету. Так, замечаем? Нету, да? Видно вам? Так, надеюсь, видно. И мы включаем 2 ампера. Включается! Ура! Держит. И напряжение слегка упало. Но дает нонейм. Так что хвала нонейму, можно смело его покупать. То есть 2 ампера есть. Так, добрались до очередной посылки. Вытряхиваем, вытрухаем. Здесь у нас симпатичный пакетик. Пакетик нонеймский. Здесь никакого бренда тут нету. Нонейм. Нонейм всегда дешевле. Но вот гарантии качества никто не дает. Хотя здесь, скажем, пакетик неплохой. Пакетик неплохой, и упакован он хорошо. Вот, замечательно. Очень приятный вот этот целлофанчик, необычный. Такой мягенький, надо его сохранить, не выбросить. Мы будем использовать его. Так, внешний вид. Внешний вид, ну, ничем не хуже брендовский, да? Хорошая пластмасса. Так, надписи тут. Что у нас есть в надписях? 2 ампера, 5 вольт на выходе. Обычно 2,1 и 1 только штекер. Это довольно-таки дешевый блок питания. Но если он хороший, то почему бы его не использовать с целью экономии средств. Вот. Давайте его тогда включать сразу. Особенностей никаких тут нету. Так что включить только. Включил. Напряжение 5,18 вольт, но ток 0 ампер. Я устанавливаю на 1 ампер всего лишь сначала, потому что 2 ампера может убить его.
Так, ставим 1 ампер и смотрим данные. Напряжение практически не просело никак. Ток 1,01 ампера. Ну, вообще, что-то из ряда. Но вовсе не похоже на ныны. Теперь я смело хочу 2 ампера. Но давайте попробуем. Так, красный загорелся. Напряжение не просело совсем. И ток 1,97 ампера. 1,96. Ну, вообще, чудо, чудо. 5,09 вольта. 5,09, 5,14. Но просадки напряжения нет, ток выдерживает норму. Все отлично, отлично. И стоит это копейки, ну здорово. Почему бы не купить, да? Если даже он сдохнет там через какое-то время, но он себя оправдает, оправдает. Вот брендовские тоже зарядки, они не вечные. Чаще всего умирают брендовские от того, что, допустим, ток у них рассчитан на 1000 мА или еще меньше. А мы его и планшеты, и так далее, и грузим вовсе, да-да, не умирает. А здесь он даже помрет, не так уж жалко, да? Ну, здорово, за такие деньги. Пакетик замечательный, в поездку. Так, мы упакуем, просто приятный такой пакетик, редко бывает. Ну вот, очень, как бы, отношения хорошие. Так что вот этот пакетик я складу, скоро на Канары поеду. И возьму с собой такой блок питания. Перед нами упаковочка. Сразу обратите внимание, брендовская, да? Вот все хорошо упаковано. Название фирмы Ugreen. Вот. Незвучное название, но главное, что это бренд. Это китайский бренд. Китайские бренды в последнее время сильно давят на рынке, вытесняя более дорогих западных компаний. Вот. И в данном случае насчет... Зарядки. Вот перед нами зарядка, упаковка в стиле Apple, не хуже ничем. Вот, очень хорошая пленка тут, хорошая коробка, полиграфия отличная. Так, что у нас тут есть? Два выхода. Один выход у нас 1 ампер, а второй аж 2,4 ампера. Здорово. Двойной выход, максимальный 3-4 ампера, это имеется в виду, они складывают 2. То есть можно 2 устройства одновременно питать, заряжать, и всего 3-4 ампера. Вот, от 100 до 240 вольт, ну, в принципе, все. Мощность это где-то 18 ватт, по-моему, да, нет, 17 ватт. Вот 17 ватт тут уже указано. Все нормально, сделано в Китае, как, впрочем, все сейчас делается в Китае. Но это не означает, что плохое качество. Ну что ж, здесь приятный подарочек, тоже фирменный, прямо в стиле Apple, все аккуратненько, все хорошо. Но даже открывать не буду, и так и подарю, наверное, вместе с упаковочкой. Это такой для складывания шнура, очень полезный, кстати, в поездках. Ну, thank you тут, thank you за наши закупки, хорошо, все тут 5 звезд, сервис и так далее, верю, все так оно есть. Ну, конечно, ждать тут копеек цену не приходится, все-таки это бренд, то есть он стоит дороже, ну и качество более гарантировано. Даже упаковку выбрасывать не хочется, такая хорошая упаковочка, вот коробочка, все видно, здорово. Ну, здорово, молодцы. Сразу видно, настоящий 100% бренд. Вот, вытаскиваем. Увесистый блок питания. Можете сказать плохо, но кто знает мастера, знаешь, чем тяжелее устройство, тем больше там металла, тем лучше качество. Поэтому тут повторяются все характеристики, но сделано в Китае. Так, токи тут хорошо обозначены. Так что смело давайте включать, и все, брендовские вещи. В отличие от NoName, я тут даже сразу не стал 1 ампер проверять. Зачем? 2 ампера практически показывает, это на погрешность, 5,0 вольт. То есть меньше не надо, больше тоже он не делает. Это бренд, точно выдерживает напряжение. 5 вольт сказал, 5 вольт сделал. И ток, можно сказать, тоже. Там погрешность, все-таки сопротивление никто же не делал точным. Да, чтобы он был, это же NoName, вот сами резисторы, поэтому претензий никаких. Но здесь можно было и не проверять, все-таки это такая вещь классная. Все, кто же
любит айфоны, кто любит такие дорогие смартфоны, но не хочет тратить огромные сумасшедшие деньги на зарядки оригинальные от айфонов и самсунгов, те могут обратить внимание на не менее качественные, значит, такие девайсы от этой фирмы. Вот еще фирменная зарядка Ugreen, такая же упаковка, вот, но хотя и внешне вроде бы зарядка очень похожа, чем же отличие. Но я смотрю на подарочек, знаете, шикарный подарочек. Это то, чего всегда не хватает. Это у нас кабель. Качественный, высококачественный кабель от фирмы Ugreen. Так, длина кабеля. Это подарок. Я его не покупал, но идет он в подарок. Ну, вообще супер. Я его даже, наверное, распаковывать не буду. Я вот длину еще никак не могу найти. Длину. USB 2.0, micro USB. Так, 1 метр, по-моему, 1 метр. Ну, все, здорово, классно. Вот, нет смысла распаковывать, неинтересно этого. Так, вот чем примечательна эта зарядка, в отличие от другой зарядки, которую мы рассматривали? Вроде тут на ухудшение идет. Цена выше этой зарядки. Вот это, по сравнению с этой зарядкой. На ухудшение то, что гнездо одно. Но здесь есть одна фишка. Qualcomm. Быстрая зарядка с фирмы, лицензия фирмы Qualcomm. Qualcomm это известная фирма сейчас, громкая фирма, для быстрой зарядки. Charger 3.0 технологии, 18 Вт. Так что эта зарядка намного дороже той. Для тех, кто обладает последними видами смартфонов от Samsung, например, или еще каких-то таких, вот, то они заинтересуются быстрой зарядкой. Если вы летаете, то, возможно, где-то при пересадке у вас остается немного времени. И в аэропортах обычно толкучка, толчая, там, где вот эти розетки, там куча вот этих девайсов, все натыкают и все. И получается, надо быстро зарядиться. Вот тогда такие вещи, конечно, помогут. И утром встаем, забыли зарядить, хоть несколько минут подзаряжаем. Так что вот эта зарядка не просто выбрасывание денег на ветер. Ну что ж, откроем. Вот открыли, вот мы достали. Салфанчик хороший, можно сохранить. Qualcomm, быстрая зарядка 3.0. Ugreen фирма. Все фирменное, сомнений никаких нет, это не подделка. Так что сразу включаем, проверяем сразу, сколько у него ампер ток, кстати, заявленных тут. Я что-то не посмотрел. То ли 3,5, 3 ампера, 3 ампера. Но это самый большой ток, который... Так что 2 ампера, это должно для него быть как семечки, которые здесь. Мы сразу на 2 ампера его. Зачем время терять? Так, просадка напряжения есть. 4,92, 4,94. Сейчас посмотрим ток. Ток 1,91 ампер. Тоже поменьше. Возможно, это связано опять с неточностью резисторов нагрузочных. Да? 4,96. Просадка есть, напряжение. Давайте без этого, без резистора включим. Он, наверное, нагрелся. Без резистора он 5,1 ампера. Да, вольта. 5,1 вольт. 0 ампера. Значит, ну нормально. Нормально. 3 ампера я верю. У него 3 ампера. Обманывать они не станут. 3 ампера. То есть самые взыскательные планшеты, в принципе, пойдут. Ну, есть USB паяльник, тоже пойдет. Будет хорошо питаться. Так что отлично, отлично, просто здорово. Я очень доволен. Теперь надо будет проверить на быстроту зарядки, и все отлично будет. Почти разряжен был мой Samsung, вот, и я его зарядил до 97% за час. Час времени дал, ровно час прошло, посмотрел, 97%. Значит, он где-то вот такое заявленное время, он, в принципе, быстро заряжает. Он был разряжен практически, смартфон. Так что час зарядки – это очень хороший результат. То есть, а до рабочего состояния можно где-то за 20 минут зарядили, допустим, срочно бежим куда-то. Так что это дело у нас хорошо работает. Ну и в заключение мои рекомендации.
Все зарядки мне понравились, только единственное, вот эти дешевые нонейм, надо посмотреть. Но даже если они сгорят, там через полгода, да, но они свое оправдают, да. Вот для бюджетные варианты вот эти, но достойные показатели, достойные. Если аккуратно пользоваться, наверное, долго будут работать. Вот, у кого денег побольше, обратить нужно на серьезные зарядки Qualcomm 3.0. Это для тех, кто спешит всегда. Значит, быстрая зарядка, отличная вещь, но стоит дороже всех. Это следующий по цене, тоже недешево, но вот два отсека и гарантированная, значит, мощность, да, тяжесть чувствуется у этих, эти полегче заметно. Весы еще не подошли, а так бы мы взвесили, сравнили их. Так что рекомендации смотрите сами, выбирайте сами. Но мое мнение такое, что очень дорогие зарядки не стоит покупать. Сейчас есть хорошие китайские альтернативы, так что можно их купить и сэкономить на этом деньги. Всем спасибо за внимание, желаю здоровья, счастья, долгих лет. Подписывайтесь на канал, будет много чего интересного.